ребята, вы на канале Юлька Kids TV, и с вами Юля, и сегодня я снимаю видео вызов «Привет» под номером 3. Прежде чем я начну выполнять ваши вызовы, то вы подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, и после просмотра напишите внизу в комментарии, понравился вам этот ролик или нет. Ну а мы начинаем. У меня 2 вызова, и они оба связаны с мукой. Первый вызов от Лизы Василискиной, и мне нужно набрать в рот муки и спеть песенку или рассказать стишок. Так, сейчас вот я возьму. Вот у меня мука, она не сказала сколько, я взяла такую вот ложечку, но я съем ее не полную, немножко. И сейчас попробую вам спеть. В лесу родилась елочка. Следующий вызов от Виолетты Эрлиц. Она мне сказала, нужно съесть ложку муки. Но она не указала, какую ложку, поэтому я взяла чайную. У меня там мука. Спасибо вам большое за такие вызовы. Передаю Лиза тебе приветик. И Виолетта тебе тоже приветик. Ну а мы продолжаем. Следующий вызов, это мне нужно нарисовать себя с закрытыми глазами. Ну что ж, пошлите за стол. Сейчас я закрываю глаза, просто я снимаю на штативе, и поэтому я не могу сейчас повернуть и показать вам, что я закрыла глаза. Так, все, раз, два, три, я закрываю. Передаю тебе большой приветик и спасибо за вызов. Вызов от Яны Ефимовой, и она мне предлагает сделать колесо. О господи, я давно не делала колесо, и сейчас попробую его сделать. Ну что ж, пойдемте посмотрим. Спасибо за вызов и огромный привет от меня. И постом ВКонтакте девочки еще писали типа вызовы передать им приветики. Ну что ж, приветик Александре Кононенко, привет Саша, Елене Урбан, привет Лена, Анна Аф, привет Анна, Ульяна, фамилию напишу тут, потому что боюсь неправильно прочитать, тоже тебе большой приветик, и Алина Иваншина. Тоже приветик, Алина. Следующий вызов был от Елизаветы Смирновой. Она попросила меня за 10 секунд найти 7 розовых вещей в моем доме. Но так как я не буду бегать по своему дому, сейчас, где я снимаю, там попробую найти 7 вещей. Хотя маловероятно, что тут найдется 7 вещей, потому что я снимаю в зале. Так, на счет 3. Раз, два, три. И я бегу за 7 вещами. Раз, два, три. Вот, ребята, что я нашла. Я нашла губку, потому что я у меня здесь рядом кухня, потом космический набор для вызов принят, потом стульчик, он розовый, потом нашла Настин мячик, который просто тут мимо пролетал, шарик, который тоже мимо пролетал, и полотенце. Спасибо тебе за такой вызов и передаю тебе огромный приветик. Вызов от Вики. Фамилию я размещу тут, потому что боюсь неправильно прочитать. И она мне задала, нужно сделать макияж с закрытыми глазами. Вот такую взяла специальную бабочку. Тут всякие тени, блески для губ и так далее. Так, давайте начнем. Все, я закрываю глаза. Просто повязкой не буду, потому что смысла нет, я же буду красить глаза.
ну что, как я вам? Красивая? Урок от Юльки Кистеви, как нужно правильно краситься. Вот так всегда и краситесь. Жидкими тенями намажьте губы, и вы будете просто супер красоткой. Спасибо тебе, Вика, за такой крутой вызов. Передаю тебе приветик. Да, вот такое было довольно смешное видео. И после последнего вызова, как видите, я не до конца стерла косметику, поэтому не обращайте внимания. И если ты все-таки в начале этого видео не поставил лайк, то поставь обязательно лайк. Также подпишись на мой канал, если тоже не подписался в начале. И самое время, чтобы написать комментарий, так что скорее пиши. И еще раз хочу сказать спасибо большое тем, кто мне отправлял эти вызовы. Огромнейшее вам спасибо. Ну что ж, это было все на этом все. Желаю вам летнего настроения. И до новых встреч. Всем пока-пока. Dun 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 d